Ступеньки третьего подъезда дома 41 по улице Александровича разрушаются почти каждый год. Вот и в этот раз жителям приходится быть предельно осторожными, выходя на улицу. Плитка отвалилась, осыпается строительный материал. При этом фрагменты плитки разбросаны по разным сторонам, о них легко споткнуться. В прошлом году жительница дома Валентина Сергеевна написала заявление о ремонте в центр ЖКХ, но результатов до сих пор нет. 23-й год прошел. Результатов нет. Начался 24-й. 24-й год прошел, полгода. Привезли 10 июля вот этот вот материал для ремонта. Но он по сей день уже лежит без всякого движения. Результат, ну, неоднократно я звонила в ЖЭК, мне отвечали: у нас очень много работы, вы не одни. Ступеньки в таком же плачевном состоянии находятся и в четвертом подъезде дома. Жители с проблемой обращались к депутату, но вопрос так и не смогли сдвинуть с мертвой точки. А строительные материалы, которые центр ЖКХ приготовил для ремонта и оставил у подъезда в мешках, начали потихоньку исчезать. Сделали слив неправильно. Весь слив идет на ступеньки. Они быстро, ступеньки разрушаются. Результатов нет. Сказали, когда же будет, мне конкретного ответа не последовало. Мы ждали, когда нам привезут материалы и будут ремонтировать. Это, считай, больше месяца. Вот такой ответ. Куда обращаться? ЖЭК никаких действий не принимает. По этой проблеме наша редакция обратилась в центр ЖКХ. Директор сообщил, что договор на ремонт заключен, но сотрудники не приступали к работе, так как в городе были более срочные объекты. По словам Николая Шестопалова, на этой неделе рабочие начнут ремонт ступенек 3-го и 4-го подъездов дома 41 по улице Александровича. А закончить работы должны до конца августа. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Кирилл Новикевич, служба новостей, Саров 24.